Я думаю, как все видели, начало было у нас не очень. То есть потом, можно сказать, к третьему периоду раскачались, немножко пришли в себя, появились эмоции, силы, желания. Вот, и заработали как единое целое и дало результат. Не до конца, конечно. Вот, но так, в принципе, концовка. Работали все вместе, молодцы. А то, что результата нет, конечно, это плохо. То есть в двух стартовых периодах не хватало как раз-таки эмоций? Ну, я не знаю. То есть мы на эту игру очень сильно настраивались. Вот, может быть, где-то перенастрой такой, знаете, бывает. Вот. Ну так, в принципе, концовку хорошо провели. Как команда отреагировала на отмену гола в концовке? Ну, конечно, негативно. На последних секундах забить это придает определенный импульс. Поэтому, ну тут что сказать, судьи же там смотрят там наверху, эти решают между собой. Поэтому негативно, как